Сильная воля и нежно любящая душа – эти черты характера кубанских казаков воплощает в своих сценических образах старейший национальный коллектив страны. Он существует с 1811 года, но и спустя века славится неповторимой певческой культурой, репертуаром и уникальным исполнительским стилем. Наш коллектив достаточно многогранный в своей творческой программе, что мы поем и народные песни, казачьи песни, поем авторскую музыку. Также мы поем и произведения Чайковского, Прокофьева, где совершенно другие звучат ноты. И, может быть, поэтому наш коллектив так интересен, популярен. Популярен хор не только у зрителя, но и среди выпускников музыкальных училищ Кубани. Войти в состав песенного коллектива или танцевальной группы не так просто. Для многих это мечта детства. Сама музыка, слова трогают душу. Музыка, она уносит просто в небо. Я с детства слышала казачьи народные песни, украинские народные песни. И я с детства полюбила эту музыку и решила, что еще с самого детства, что я буду петь именно народные песни. Народные песни, высокое профессиональное мастерство создают необыкновенно теплую, душевную атмосферу, единение артистов и зрителей. Неудивительно, что после каждого концерта хора в душах слушателей, независимо от возраста, еще долго хранится трепетное чувство любви к своей земле и культуре. Необычность песен русских, хороших, сильных, воодушевление какого-то, ну, силы, ну, не скажу, что мужество, это не то, а любви ко всему, что рядом. Уже не первый раз на этот концерт приходим. Очень нравится кубанский хор этот, казачьи сильные голоса. И очень ждали. Я все думала, они приедут, наверное, в этом году. Но вот приехали, слава богу. Мне нравится, хотя, откровенно говоря, вот года три назад я такая, о, кубанский казачий хор, интересно, что это такое, да, то есть, как это может быть? А на самом деле стоит ходить, потому что это все-таки и песни там такие, как бы, да, вот ты прям проникаешься, как ты ими вслушиваешься, и чувствуешь эту вот культуру. Очередную встречу с легендарным коллективом новгородцы приняли с восторгом. Выступление артистов не раз прерывалось шквалом аплодисментов. Сумасшедшая энергетика щедро расходится по залу. На сцене народные танцы. Их не танцуют, пляшут со всей мочи. Танцоров тут же подхватывает самобытный тип одноголосого и многоголосого пения. И такой в песне вложен жизненный материал, что где-то на подсознании улавливаешь то радость, то печальный вздох, то безграничную любовь. Ирина Ускова, Михаил Серов. Новости Новгородское областное телевидение.